Гусев. Попытка перевести, да, игру в позиционное русло. Неплохо. Ой, Седрик Пакет. 1-0. Первая пошла. Перед взятием ворот было положение вне игры. Взятие ворот. Вот и все. Эй! Поехали! Тут можно поздороваться и перехват. Шапалов. Вот такая шайба Максима Шапалова! Удар! Ой-ой-ой-ой! Уже без клюшки, но все-таки этой шайбе они сумели проложить маршрут в ворот. Андрюх, ты же... Давай, подожди! Гол! Виктор Антипин! 2-1! Заработало большинство у «Динамо». Его не хватало по предыдущим матчам, но и, в общем, не хватало голов Никиты Гусева. Калеревский, ну, на прямой, конечно. Еще и бросок, так все это не прижато. Добивание, гол! Джек Родуэлл! Забивает четвертую Антон Бурдасов. Меняет. Внимание, бросок, гол! Никита Гусев вновь отправляет свою команду в погоню за трактором. 4-3. Выиграл точку Удел. Рашевский. Он продолжает прицельно стрелять по ковшевому вратаря. А вот это же мимо! 4-4! Дмитрий Лжиевский, Ярули, перед собой Мотарыгин, гол! Трактор выиграл второй матч серии! Да, дамы и господа, это триллер. Мы это видели своими глазами.